минус 24, зимняя, снег сыпет. Смотрите, что я хотел рассказать. Я думаю, после 3,5 месяцев пребывания в Канаде, в частности в Калгари, есть уже чем поделиться. Мы практически все основные процедуры уже закончили. Я имею в виду такие, как там medical exam и все такое прочее. Но, опять же, я хочу акцентировать внимание на том, что я не иммиграционный агент, я не специалист. Я просто буду говорить то, с чем мы столкнулись и с чем столкнулись люди, которых я лично знаю. Поэтому не воспринимайте это вот как, не знаю, как чистую монету. Проверяйте. Всю информацию проверяйте, потому что она может меняться. Я мог что-то неправильно понять. Основной мой месседж в том, что проверяйте. Не надо вот принимать все за чистую монету. Итак, значит, начнем. Начнем, наверное, с того, что по поводу обмена прав и получения прав канадских непосредственно в Альберте. И мы когда прилетели, я тоже был очень напуган этим всем тестом. Но я вам хочу сказать так, что вот реально, приезжайте и сдавайте. Практически вот можно сразу, когда вы ознакомитесь с правилами дорожного движения, я прикреплю в телеграм-канале ссылку на бот, где можно отвечать на вопросы, и скину переведенные на украинский язык правила. Что я хочу сказать? Значит, вот этих вот двух документов больше, чем достаточно. Прямо вот за глаза. Читаешь PDF-документ, переведенный на украинский язык, просто вот от корки до корки. Там 150 страниц, вот просто их прочитайте, как художественную литературу. Потом вы еще отвечаете, попользуйтесь в этом телеграм-боте. И, в принципе, этого будет достаточно. Что хочу сказать, чего не знал я, чего я так боялся. После сдачи, успешной сдачи этого knowledge-теста, у вас заберут ваши украинские права на проверку. Ну, любые, в принципе, права, которые у вас есть на данный момент, заберут на проверку и выдадут вам временные права. Там они выглядят как бумажка просто. И вы с этими правами, вы можете ездить в присутствии человека либо с непросроченными украинскими правами, либо с человеком, у которого уже есть вот этот вот пятый класс Advanced. То есть, в принципе, если у вас в семье и муж, и жена имеют права, вы можете вот буквально прочитав эту книгу, этот PDF-ник, вы можете уже идти и сдавать. То есть, в любом случае, если у вас даже заберут ваши права, вы сможете ездить в присутствии там вашей жены или вашего мужа. В зависимости от того, кто чаще ездит. И потом, как проверят права, вы будете допущены к экзамену на вождение, к роад-тесту. Но если вот человек малоопытный, то, скорее всего, что он его не сдаст с первого раза. Если у вас нормальный стаж в вождениях, вы уверенно чувствуете себя за рулем, то, в принципе, можете идти и пробовать сдавать этот роад-тест. По поводу этого medical exam. Значит, из чего он состоит? Вы записываетесь к врачу. Вы по-любому за это будете платить деньги. То есть мы нашли самый дешевый, $125 мы заплатили врачу за прием. Прием состоял, я даже прикреплю видео, мы смонтируем. Он состоял в том, что вы приходите, там заполнят какие-то ваши данные, и чисто формальность. Придет врач, потому что вам в уши позаглядывает, в горло, там что-то типа вас послушает, и выдаст направление на X-ray, типа флюорография по-нашему, рентген. И анализ крови. Значит, там, где мы букались у врача и платили эти $125, там, значит, X-ray мы сдавали бесплатно. Он был бы в том же здании. На блат-тест, на сдачу крови, надо букаться отдельно, надо букаться в лабораторию. Сколько мы не пытались просто в живой очереди сдать этот анализ крови, нам всегда отказывали. Нас спрашивали, есть ли у вас инпоинт, мы отвечали, нет, значит, говорят, все, до свидания, идите букайтесь. Но, хотя люди, может, это чисто для иммигрантов, потому что люди вот при нас приходили тоже без appointment'а и его сдавали. Как бы вот так вот. Ничего сложного. Издали X-ray и сдали этот анализ крови, по-моему, через 3 недели мы забукались. То есть тоже все происходит очень быстро. Приходишь, кровь взяли на анализ, до свидания. Все данные отправляются вот этому врачу, которому вы платили деньги, там, где вы будете платить эти деньги за прием. И все в электронном виде потом куда-то отправятся в Оттаву, куда-то, ну, в общем, это уже не суть. Вам не надо будет заморачиваться со сдачей документа, вот этих возвращаться к врачу, что-то там давать эти анализы, в общем, все автоматически. По поводу family доктора. Значит, мы искали русскоговорящего, мы его нашли, но это чисто вот так для уверенности. Он оказался купитманом. Для уверенности, чисто вот для как вот, чтобы тебе было спокойнее, потому что когда мы пришли, начали спрашивать, он нам дал, вообще просто подсказал, где есть аптека с русскоговорящим тоже чуваком, который может выписывать рецепты. Он говорит, вы идете к нему, там у него спрашиваете, он вам подбирает лекарства. То есть к нему, к family доктору, это там уже какие-то, вот он нам, у нас там спрашивал многие вещи, там какие-то хронические болезни, может есть специфика какая-то там, какие-то наследственные болячки туда-сюда. Ну и в зависимости от этого он может вам назначить обследование. То есть вы приходите к нему, он вас там посмотрит, чисто вот так вот посмотрит, он тоже в уши позаглядывает, сердце послушает и назначит анализы.
определенные, которые он посчитает. Вот это все. Многие здесь, с кем мы не разговаривали, все говорят: ребята, здесь люди живут вообще без family доктора, и это вообще, в принципе, не первоочередная прямо задача, чтобы этим заморачиваться. То есть, ну, найдете, хорошо, не найдете, walk-in clinic, вот она называется walk-in, идете, и все то же самое, потому что специфика такая, что ваша история болезни хранится в электронном виде, и любой доктор имеет к ней доступ, потому что были прецеденты, есть, наверное, то, что нам рассказывали, там можно там ждать этот appointment к своему family доктору, то есть он может вам нужен быть сейчас, но у него не будет места, вам скажут: ждите 2 недели, а через 2 недели он вам уже не нужен, поэтому вы также идете в walk-in, и вам там выписывают все, что надо. Что касается работы, многие меня спрашивают, как они находятся. Ребята, сугубо индивидуально. Когда я буду ходить, если я все время не хочу? Потому что я знаю ребят, которые сюда уже айтишники приехали, они уже часть интервью прошли в Европе и сюда уже приехали, у них уже была работа. Кто-то нашел здесь работу. Я лично, я пока еще, вот спустя 3.5 месяца, я еще не дошел ни разу до технического интервью. Но опять же, единственное, что мне здесь не нравится, что они не дают фидбэка, потому что ты не знаешь. Ну, в Украине я четко понимал, мне там говорили: у тебя там недостаточно скиллов, там туда-сюда, для этой вакансии или там для... ты не знаешь вот это, или у тебя там хреновый английский. Вот здесь ты не понимаешь, что не так. Но вот я общался с ребятами, и то есть были прецеденты, когда просто вот он проходил собеседование, все вроде прошел, но ему типа отказ, потому что, как они там указали, не увидели достаточно огня в глаза. Просто, то есть, блядь, то, от чего отошли наши фирмы, ну, в Украине, скажем так, аутсорс-компании, аутстаф, аутсорс-компании, от чего отошли в Европе, в Украине, то здесь вот это еще вот, ну, тема присутствует, как бы. У вас недостаточно огня в глазах. Я прямо, блядь, вижу архитектора с 20-летним стажем, который, у которого, блядь, вот, огонь в глазах, и он прямо вот идет на галеру, блядь, устраивается. Такие люди, они уже имеют какие-то свои стартапы, и они уже свой бизнес поднимают, как Джефф Безос, они уже Амазон свой пишут. Ну, вот так вот это происходит. Поэтому с чем я столкнулся, так это вот грамотно оформлено резюме. У них там прямо вот они, их пунктик, просто они заморочены на этом резюме, и там у них целые есть семинары, как оформить резюме и все такое прочее. Мне ребята давали образцы, те, которые устраивались, я вот с них брал информацию, потом там местные у меня здесь проверяли волонтеры с CIS, по-моему, такая организация католическая, которая именно в Калгари. То есть, как бы, вот они вот заморачиваются с этим резюме. Ну, опять же, то, вот чем я пользовался, это LinkedIn. Вот LinkedIn, с него больше всего, как бы, ответов, потому что Indeed, у меня было парочку там ответов, и то, по-моему, дальше переписки на email, никуда дело не зашло. Вот LinkedIn здесь в топе. Там прямо вот у нас была встреча, онлайн-встреча трехдневная с волонтерами. Прямо отдельный день был посвящен оформлению профиля в LinkedIn. Что еще сказать такого? По поводу, я не помню, я, может, в предыдущих видео упоминал, по поводу оформления кредитных карт в банке. Вы четко должны указать, что вы работаете. В данный момент у вас есть работа удаленно, но она у вас есть. Если вы хотите получить карту с определенным кредитным лимитом, вы обязаны сказать им, что вы работаете. Потому что если эти данные не внесут, система там не пропустит вашу анкету дальше на подачу заявки на кредит. Естественно, чем больше у вас зарплата, вы укажете. Телефон на улице не выдерживает. iPhone сдался. -24. Он просто выключился. Сказал, не будет работать. По поводу того банковского аккаунта. Естественно, чем больше вы укажете зарплату, тем больше вам подымут лимит. В особенности, я не знаю, насколько это правда. Многие об этом говорят, что для построения хорошей кредитной истории вам не стоит, типа, использовать больше 30% кредитного лимита. Поэтому, соответственно, если у вас там кредитный лимит там 3000, то 1000 вы спокойно можете пользоваться. Но, опять же, главное, чтобы было чем отдавать это дело. Что могу сказать, здесь не проверяют актуальность ваших данных, вашу зарплату и все остальное, как бы, то есть, ну, все по честному слову. По поводу сдачи, кстати, Виктория пробовала сдавать на вождение. Мы оба сдали теорию с первого раза. Вождение, у нас был такой сюрприз. Мы почитали отзывы. Вика нашла в телеграм-чате какую-то женщину индийского происхождения. Индуску. Короче, да, она нашла индуску. Они были вроде бы хорошие отзывы, хотя, ну, я не читал, я не знаю. Там, хотя многие писали, что сдают
типа со второго раза. Ну, может, у них схема такая, я не знаю, с первого раза не сдаешь, естественно, платишь день, не сдаешь со второго раза. Но что меня смутило, например, так это то, что мы 2 дня с ней катались, и она ничего не сказала про то, что наш автомобиль не соответствует техническим требованиям сдачи экзамена. То есть наш автомобиль, для нас оказалось сюрпризом, что наш автомобиль не допущен к сдаче экзамена. Мы не можем... Момент того, что она постоянно спрашивала, вы на какой машине? Вы на какой машине будете сдавать? Ну, это может так совпало, может нет. Ну, суть в том, что она просто нас не предупредила. Я не поверю никогда, что человек, который этим делом занимается, он не знает. Оказалось, дело в том, что у нас тонированные передние окна, тонированные боковые стекла передние. Но оказывается, такие машины не допускаются. То есть не допускается машина с тонировкой вот этих передних стекол боковых, не допускаются машины с трещинами там лобового стекла, с какими-то там неисправностями стоп-сигналов, поворотов, потому что они все это проверяют. И для нас был сюрприз, что нашу машину не допускают, потому что я никогда не поверю, что человек в теме этой всей, он обучает, он, причем она назвала определенное регистр, куда мы приезжали. И от него мы отъезжали, тренировали тот маршрут, ее в регистре знают. Короче, ну вот я никогда не поверю, что этот человек не в курсе всех нюансов. Вот поэтому для нас оказался сюрприз. И тогда в панике мы не знали, что делать, потому что там особенность такая, что ты после того, как ты забукал тест, если машина не соответствует, если ты не подготовленный, там у тебя какие-то штрафы за какие-то нарушения, ну, на машине висят и там и все тому прочее, то если твоя машина не допускается к экзамену, то деньги не возвращаются. Все, то есть, и вот когда нам сказали, что машина не допущена, мы должны быстро были реагировать, решить эту ситуацию. Ну, и, собственно, эта же женщина предложила свой автомобиль за $70 для того, чтобы попытаться сдать на нем экзамен. Естественно, тренировались мы на другом автомобиле, Вика тренировалась на другом автомобиле, туда она села, не зная вообще, где что находится. И особенности того, когда ты выполняешь параллельную парковку, ты должен в конце вот поставить машину на ручник. И на вопрос, где здесь ручной тормоз, потому что у нас это вообще педаль под ногу, там это оказался электрический ручник, надо зажимать кнопку. Собственно, на вопрос, где же здесь ручник, потому что машина новая, типа, я знаю, что я должна поставить на ручной тормоз машину, я просто не знаю, типа, где... На что инструктор заулыбался и такой, типа, ну, это ж тест, и, типа, должна, я не могу тебе подсказывать, ты должна знать. Ну, а то, что его вообще не колышили аргументы, что это машина новая для человека, что он в ней находится 5 минут и все такое прочее. Он такой сказал, ну, ладно, забей, в графе пришли, ну, результаты этого теста, почему не сдан этот тест, то есть там было указано, поставлена машина, не поставлена на ручной тормоз. Поэтому вот так вот второй раз мы не стали пробовать. Не знаю, может это... Но она изначально говорила, если ты не сдашь, типа, завтра, приходи в понедельник. Да, она так была уверена, она уверенно так говорила по поводу того, что, ну, опять же, я не хочу никого клеветать, там, наговаривать, ничего, но может, у нас... Может, я просто плохой водитель, да? Но у нас просто вот такие вот ощущения, что просто она так уверенно говорила, что окей, букайся сразу, там, это было в пятницу, она такая, все, букайся в понедельник. Она не предложила ни уроков дополнительных, ничего, просто вот иди букайся, иди сдавай к тому же инструктору. Ну да, так можно каждый день букаться и сдавать. То есть, возможно, со второго раза дали, потому что ошибки были предопределены осторожностью и повышенным вниманием, потому что это была заниженная скорость в зонах 50 км в час. Вика ехала 37-38. Потом и поворот, когда... Нет, у меня же дисквалификация была. Ситуация следующая, что когда Вика поворачивала на зеленую стрелку... Налево. Чувак, ну, на встречке, он совершал какие-то непонятные маневры. Он перестраивался, он просто перестраивался, ну, да, но как оказалось. Было неочевидно, потому что ситуация до этого, буквально мы везли Рому в школу, пропускал встречный транспорт, мне уже горел желтый свет, то есть я должен был закончить, то есть я понимаю, если мне загорается желтый свет, значит, встречки уже красный свет, и, в принципе, я могу завершить движение. Но мелся чувак просто с такой скоростью на красный, он даже не притормаживал,
Поэтому нюансы бывают разные. И, возможно, Вика перестраховалась, притормозила. Сзади ей кто-то посигналил. Я вообще, мы 3 месяца здесь ездили. Я вообще не помню, чтобы кто-то сигналил. Здесь такого не было. А именно в этот день, видя учебную машину, кто-то решил посигналить сзади. И, соответственно, у них это трактуется как создание пробки. И это автоматическая дисквалификация. Собственно, вот так вот. Не сдал, блядь. Дай хуй с ним, сдам в другой раз. Поехали. Даже, кстати, когда мы поначалу стояли на повороте направо, на красный свет, помнишь? И нам никто никогда не сигналил. Да, кстати, вот, да, мы тут частенько... Мы тут частенько тупили, потому что, для нас это новое, что ты можешь здесь поворачивать на красный свет, направо. Здесь нету дополнительных вот этих стрелок, как у нас. Да. Ты даже можешь здесь поворачивать на красный налево при условии того, что одностороннее движение... в левую сторону, как бы. Ты можешь поворачивать, если нет запрещающих знаков. Это уже нюанс, это такое, это вы почитаете там в правилах. Но именно в тот день все было для меня. Да, вот как-то так. Может быть, если бы мы как бы решились еще раз, Вика пошла сзади, может быть, она сдала. Может, мы уже об этом не узнаем. Вот такие ситуации. Оценивайте свою машину. Если у вас тонированные передние и боковые стекла, то машина не подходит. Ищите машину себе для сдачи. Некоторые реджистеры предоставляют машину за $70.